танцует опять. Ну как в нее не влюбиться? Ну как ее не обнять? Встречаем вновь очаровательную Милу. Ну да, ты убегаешь от нас.
Я думаю, есть человек, которому есть что сказать. Дайте водички человеку. Она же трудилась под эти дружные аплодисменты, она пьет очаровательный чай. Здравствуйте. Хотела сказать вам огромнейшее спасибо за то, что вы потратили свое время и пришли сюда, к нам. Огромное вам спасибо. Спасибо! Мне на самом деле очень приятно, что в нашем городе очень много ценителей восточного танца. Это дорогого стоит, потому что сейчас немножко другие ассоциации с ним. Я рада, что те, кто был, например, первый раз на таком мероприятии, теперь не скажут, что восточные танцы там просто потрясти. Спасибо большое еще за то, тем людям, которые выступали сегодня, давали нам огромнейший заряд. И, конечно, вот Ольге Нур, которая к нам приехала. Прошу прощения за то, что сегодня так мало места. Поскольку я недооценила того момента, что у нас столько ценителей восточного танца. В общем, первым блинкомом, а потом, если что-то будет такое делать, то уже вместе покончим. Спасибо вам огромное! Дорогие гости, на самом деле, да, что еще сказать, Людмила, вам большое спасибо. Я от себя, ведущий, также благодарю вас за этот чудесный вечер. Без вас бы он не был таким ярким, чудесным. Вы очень интересно проявляли сегодня весь вечер. С вами было интересно очень общаться. Вы благодарный зритель. Я вижу, что вам понравилось. Это ведь так? Да. Что могу сказать? Вы можете доесть все, что на ваших столах. На сегодня студия «Чердак», Мила, я Виктор Сейнов, .ру и проект «Френдзон. Территория друзей» работу завершил. Спасибо вам большое. До свидания.